семизубрам, живущим в Пэду рядом Няска, недавно добавился и еще один – гигантский. Идея принадлежит директору заповедника Валерию Цареградскому, а воплотилась в жизнь она благодаря скульптору Алексею Ведрашко. На все ушло 2 месяца. Зубр изготовлен из сухого дуба на основе металлической конструкции, а по бокам есть ступеньки, по которым желающие могут подняться и сфотографироваться. Нолцами ария практически 5 метров, 7 метров лунджиме. Кандарешти ария 54 тонны. Размер зверя 5 на 7 метров, он весит более 4 тонн. Зубр состоит из 2 частей. Лицевая выполнена в реалистичном стиле, а задняя часть в декоративном ключе. Алексей увлекся скульптурой еще в подростковом возрасте. С 2013 года я начал проводить первые выставки, они проходили в Кухнешть, в доме моих родителей. После окончания колледжа я начал делать концептуальные вещи, которые мне по душе. Хочу что-то оставить, хочу большую коллекцию работ. Скульптор говорит, что в нашей стране наиболее востребованы творения религиозного характера и небольшие работы в стиле символизма. Бывают и случаи, когда приезжают разные любители искусства. Мы встречаемся, и если им нравится какой-то объект, то они его покупают. Заказы идут здесь лучше, чем за рубежом. Вы делаете то, что хочет заказчик, что-то очень символичное, на религиозную тематику. Ближайшая выставка Алексея Ведрашко пройдет 21 и 22 августа в родном селе Кухнешть, где можно будет полюбоваться разными работами скульптора. Виорелия Лесник, Виктор Магылдя, Акчен ТВ.